Макс Фадеев придумал новый опиум своим апрельским кискам и снял подлунную сонату. Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа группы «Серебро» только у нас. Ну а зачем рассказывать об этом? Вы увидите, будет все красиво. После song number one группа «Серебро» умоляла нас дышать. А потом Макс Фадеев разочаровался в отечественных клипмейкерах и решил самостоятельно снять новый клип на песню «Опиум». Чувствуете закономерность? Чем не угодили режиссеры известному продюсеру и почему съемки проходили ночью? Об этом прямо сейчас. Глубокая ночь, здание 17 века и обстановка строжайшей секретности. Именно в таких условиях прошли съемки нового видео группы «Серебро» на песню «Опиум». В качестве режиссера клипа решил выступить сам Макс Фадеев, тем самым еще раз подтвердив свой статус человека оркестра. Я считаю, что лучший режиссер на свете – это Максим Александрович Фадеев. По крайней мере, для наших клипов точно. Я устал привлекать кого-то, мне надоело. Я раньше снимал сам, потом привлекал, теперь надоело. И сейчас буду продолжать делать все сам. Все действо решено было провести под покровом ночи. И дело тут оказалось совсем не в садистских наклонностях режиссера, как в кулуарах предполагали многочисленные члены съемочной группы. Так как это здание представляет большую историческую ценность, днем здесь очень много посетителей. Ну и чтобы нам никто не мешал, мы, соответственно, производим съемки ночи. Что касается сюжета клипа, то это так и осталось тайной. Съемки проходили практически в закрытом режиме, и всех журналистов держали в легкой изоляции. Те же немногие, кто все-таки пробирались к главным действующим лицам, получали, как правило, короткий, но оптимистичный ответ. Ну а зачем рассказывать об этом? Вы увидите, будет все красиво.